Всем привет, наши дорогие зрители. Мы сегодня отправились в голубую бездну. Короче, мы путешествуем. И сегодня нас просто дофига человек. Наташ, в смысле, не 4, нас 8. Вот кто-то берет стабилизатор, а кто-то лентяй просто. Это Наташа берет всегда. Такая у меня всегда видео такое четкое, ровненькое, а у меня всегда вот такое. Короче, ребята, мы опять все перегружены. Нахрен. Ой, я хотела сказать. Просто мы все перегружены идем. У меня сейчас, мне кажется, спина отломится. Оставайтесь сегодня с нами, смотрите это видео до конца. Будет очень много интересного. И Натали. И потом еще посмотрите часть на канале «Нет зимы». А я птичка. А я птичка. Прикольно. Чуть не взлетела. Птичка. Вот такая природа, кстати, очень уникальная в голубой бездне природа. Здесь очень красиво. Просто одно из красивейших мест, наверное, в Геленджике. Я вам обязательно покажу все эти пейзажи. И вот такие вот огромные сосны пицунские. Вот вам сказали не подходить к краю, они специально идут к краю, а? Сейчас по лбу получит кто-то. Целая банда нас. Боже мой, какая красота. Сегодня, знаете, 14 градусов тепла и дует северный ветер. Прям он ощущается, он не сильный, но северный. Вот если бы был южный ветер. Было бы вообще тепло. И солнышко опять с тучками. Ой, надоело уже. Хочу тепло, жару, 25 градусов. Эх, ничего, скоро будет. Вау. Смотрите, как красиво. Не дай бог оступиться. Можно просто переломаться, если упасть. Не, ну я оптимист по жизни, конечно. Нельзя упасть. Мы свернули, опять же, не на ту дорогу, но люди, удача. Смотрите, какая здесь вообще обстановочка. Мне кажется, девочки, это заколдованный лес какой-то. И лес такой просто непроходимый. Ну, тропа вроде нормальная, да? Мусор, значит, люди ходят тут. Да, мы сейчас нормально выйдем, Наташ. Ты если тут не ходила, значит себе еще сделаешь одну дорожку. Плюсик. Ого себе. Себе-себе. Вот тут вообще прям лес. Я представляю, когда он позеленеет, что с ним будет. Классно. Ю-ху! Мы просто немножко срезали. Наташ, лучше меня не спрашивай. Я... Мне кажется, направо. Мне тоже, конечно, направо. Потому что это с горки, а... Налево, а тут вниз. Ну, мы же... Понятно, к морю. Не факт. Думаешь, не на горе? А, ну, может, немножко опять быть это... Так, у нас, по-моему, точно был поворот не туда. Да. У хижины. Красиво. Очень. Как, сама... Предполагаешь, это почему? Нет, а знаешь почему? Потому что здесь везде пицунские снос, сносны. И иголочки вот эти от них сухонькие. Они да, очень быстро... Находятся эти. Мы будем костер разжигать у воды. Поэтому, я думаю, на это не распространяется. Ну, я так же думаю. Правильно? Там же не лес, правильно? Да, в лесу. Такая просто красота нереальная. Я обожаю это место. Это одно, наверное, ну, я уже говорила, из самых красивых мест в Геленджике. По природе. Посмотрите, какой там вид. Так, обрыву не подходим. К обрыву не подходим. Сейчас я вам покажу такой вид. Да я стою. Так, иди сюда.
Вау, это просто нереальное место. Посмотрите, какой открывается пейзаж. Вот этот скалистый берег издалека смотрится прям очень красиво. Мама, такое ощущение, что это там орел. Ну да, снизу очень маленький ветерок, поэтому, скорее всего, мы будем спускаться туда. Блин, так круто вообще. Ребят, потом вот не говорите, что я вас не предупреждала, что Геленджик — это одно из красивых мест у нас на южном юге. В Южной России. На юге России, господи. Ой, доченька, ты слышала? На южном юге. Пошли. Мы, в общем, пришли только на первое шикарное место. И мы тут залипли. Пока мы сейчас все не перефотографируемся всячески, мы отсюда не уйдем. Все, понеслась. Смотрите, смотрите. Следующая партия пошла. Не, ну мы тоже нафоткались. Обязательно в Инстаграме, ВКонтакте, в Одноклассниках выставлю фотографии. И вы все увидите. Вот так вот мы идем. Вот такая первую горку мы прошли. Дорога очень скользкая. Здесь везде иголки. И какой-то вот это что, песок, земля какая-то, да? Кристин, что это такое? Почему так скользко? Дерево? Нет, сухая хвоя, я-то понимаю. Да ну, это что такое? Дай руку, пожалуйста. Под деревом. Нифига себе. Уже 100 лет, наверное. Вот, может быть, тут костер разведем? Я тоже думаю. Дрова есть. И дрова, смотри, сразу. А как проходить-то здесь? Ты сможешь. Чё так сложно наклоняться? Тихо, на мои очки не наступай. Рыбаны покатились. Слушайте, ну, конечно, экстремальное местечко мы сегодня выбрали. Как-то я помню, что здесь было как-то немножко попроще, что ли, идти. Да? Это жесть. Не ходите вниз, слушайте, к водичке. Особенно с детками. Что? На жопе скатились? Что там такое, ты слышишь? Ты что, стреляют? Нет, ты слышишь это? Это вот там. Настя, а как дорога? Может, по верху пойти лучше? Пошли здесь. Пошли. А как еще ты? Я уже, наверное, рассказывала историю, что произошло здесь с молодым человеком. Он просто оступился, потому что здесь на самом деле очень опасно, и упал. И здесь ему поставили крест, потому что насмерть. Очень жалко, прям реально опасно. Мы и пришли, посмотрите просто на прозрачность воды, как здесь нереально красиво. Вот эта тина, которая выброшена штормом на берег, вот прям я чувствую запах ее здесь. И вот такой открывается пейзаж, у меня даже есть фотографии конкретно вот прям с этого места. Здесь раньше стоял стол. И штуки. А, нет, вон стоит. Вот палатка стоит и рядом стол. Вот оттуда у меня есть шикарная фотография. Просто офигенно. Здесь очень красиво, но мы решили, мы будем немножечко повыше, потому что здесь очень сильный ветер. И причем он холодный, и тем более здесь обрыв. Мы решили, что, ну, не будем рисковать своими детками. Будем в безопасном месте. И там вообще нет ветра, светит солнце. Короче, the best. Мы пошли все готовить. И начинаем отдыхать. Ю-ху! Ой, что-то я не туда пошла. Мы еле-еле, конечно, спустились. Просто с детьми. Это ужасно. Интересно. Так.
Вот. Летом здесь вообще все занято. Здесь стоят везде палатки, здесь живут люди, они приезжают прям в отпуск. Машины оставляют наверху, а сами тут находятся. И вот таких вот столиков очень много. Они тут также разводят костер, мангал и все прочее. Поэтому мы выбрали вот это место. Что такое? И что, и так близко слышно? Да, там ветер сильный. Что, доча? Ну что? Это место для палатки вообще-то. Да, можно и с пледом. Да, можете вы сюда сесть, если хотите. Возьмите вон плед и ложитесь на мягкое. Девочки, давайте. Клещей тут нет, я думаю. Все классно. Алин, я и так тебе хорошие новости. Что за звук? Как будто кто-то стреляет с корабля. Кошмар. Я с Ирой. С Ирой? С Ирой. С Ирой, на, с Геной. Передай красоту. Дамы, а? Ты такая чумазая, Алин, как чупща. Настя, убирай руки. Как дела у тебя? У меня супер. Я им гречку. Алин, убери руки. Там у нас еще картошка в угольке подкинута. Сосисочки. Греча. И хлеба, смотри, один хлеб, такое ощущение, да? Конечно, хлеб. Остаточки вчерашнего. Хлеб всему голова, как в школе. Чаек. Чаё, кофе будет опять. Кофе будет сегодня, да. Кристин, ну только два стаканчика, конечно. Тут ничего нет. По очереди будем пить. Что, нам привыкать? Жребий. Какая крышка от термоса? Кружки, вот две, сейчас гречку съедите и все. Так, давай себе вторую. Давай. Данила, как дела у тебя? Ты же спать хотела, ложись. Ложись, дочка, давай, ну, загорай. Часолочка. Желательно часочек, чтобы маму не трогать. Третий. Часочек. До конца. Да, меньше съест, слышишь? Вот это я стесняюсь спросить. А мы все в костер положим, что ты. Я гвоздь прибила, чтобы пакет повесить. Доской причем. Сонечка, как у тебя дела? Тебе нравится наше путешествие? Всегда будешь с нами теперь ходить? Я очень рада. Фух, а когда маме печенька? Маме печенька. Дитя мороженое, а бабе цветы. Маме цветы. Бабе цветы. Бабуль. Вкусно? Ну как в фильме. Много заброшенных вещей. Да, она просто стоит. Видимо, какого-то рыбака, судя по тому, что здесь поплавок. Камнями. Ой, так пахнет. Тут очень много забытых... оставленных, больше скажу, вещей. Знаете, меня что больше всего раздражает? Смотрите. В людях? Да не трогай. Они весь мусор оставляют здесь. Ну неужто нельзя это все собрать и унести? Господи, это же природа. Тут нету людей, которые будут специально приходить и все это убирать. Я хочу подняться вон туда наверх, и там прямо есть вещи какие-то. Ну что нам? Люди, мы же... Это не частная, к сожалению, наша территория. Здесь ходят еще и люди. Нормально он сейчас, нормально. Возомнила себе, мне кажется, он сейчас кубарем со своей сигареткой. Вон там две девочки, слава богу. Так, где я хотела посмотреть? Погоди, нет. Да, вон туда пошлите, вон там кофта чья-то. Я даже не знаю, что это за цветочек такой. Красивый, да? Класс. Вид, пейзаж. Класс. Себе зонтики. Куча просто мусора. Тут просто свалка. Ну, я думаю, что тут приходили с детками. Досочки свежие прям вообще. Смотри, водичка. Смотри. Место для палатки, я предполагаю. Смотри, ну да. Мыло? Не надо там лезть. Смотри, мамки. Мы сейчас спустимся уже.
Это что такое? Ритуальный какой-то символ? Да, это все место для палатки. А там стоит наверху палатка. А. Не стоит. Лежит. Линолеум. Тарзаночка. Алина, аккуратно, я тебя прошу. Настя, давай. Надо замедленное было, Настя. Это Анастасия, короче, палку ломает. Самое интересное, она не знает, что она не сухая. Давай. А это ветер. Ветер. Это Тетерев. Все? Давай. Настя, это не те палки, чтобы ломать. Видео будет супер. А, во-во. Смотри, все, я придумала. О, да! Yes. А теперь вот это надо будет пополам. Не, девочки, вы совсем что ли? Как мы? У нас пилы нет, их ломать. Гутен так. Ой, да. Гутен так. Смотри. Класс. Все. Мне кажется, это я не смогу. Зачем? Конечно, не сможешь. Спорим. Шаришь. Шаришь. Что я там делаю? Шарю? О, привет. Давай еще. Конечно, нет. Я знаю, Настя, я же тебе сразу сказала, что нет. Ладно, мы не сдаемся, это хорошо. Ты готова? Я-то вообще готова. Вот этого я и боялась, да. Именно, слышишь? Ладно, хоть не в глаз. Настя, это с травой. Нет, она... Как там? Ломовой. Ломовой! Понятно. Я пас. Все? Четыре. Давай. Ты палки ломала, тарзанка вообще... Не надо, ты что-то с дерева полетишь. Настя, запрыгивай на нее. В дерево полетишь сейчас, тебе говорю. Смотри, чтобы в дерево, да, нет. Девочки, я боюсь. Не страшно, давай, ты можешь, давай. Я не буду, но ты можешь. Пойду на камеру. Давай, только не кричи. Ты вниз смотри. Нет, плохое видео фига, получилось. Как у меня. Страшно? Давай. Ты сначала одну ногу закинь. Голова аж кружится, я тебе говорю. Нет, какая Алина, ты чё? Там обрыв, если что. Тут светло, Наташ. Темноты. Давай, покажи. Настя, мы снимаем. Настя, вдвоём, а? Она же уже один раз это сделала. Красиво все, давай. Очень Пашка, красиво. Вот так прилетела. Давай, я снимаю. Настя, для подписчиков, давай. Для всех твоих подписчиков. Это для вас. У-ху! Ну как? Дерево! Дерево. Кайф поймала, да? Оно сначала. Мне кажется, страшно сначала, да? Конечно. Настя, ну, хрустит, Настя. Хрустит дерево просто пополам. Я такая булька и воду. Бульк. Ушла. Настя, приземление было потрясающим. Чтобы вы понимали, вот этот дом просто стоит посередине леса в голубой бухте, ой, в голубой бездне. И просто нету никого здесь. Тут просто ходят люди. Дом, я так понимаю, недостроен. Может быть, это все-таки моя судьба. Может, для меня его кто-то строил. Да-да, размечталась. Смотрите, как вообще все стройматериалы для отделки. Все выведено, все сделано. Но внутренней отделочки еще нету. Такой кайф вообще! Зайди вовнутрь, покажи снаружи. Зайди? Не, ну в окошко посмотри. Дверь была, она тоже со стеклом. Я такой поражительный. Ну-ка, отойдите, девочки. И дверь со стеклом. Мангал, шезлонги, грабли. Вот это кайф. Обалдеть. Почему он не мой? Я бы жила вот так вот в лесу.
просто в уединении с природой. Мне кажется, окна специально здесь везде для того, чтобы смотреть. Сейчас, секундочку, Сонечка. Чтобы смотреть за дикими животными. Почему фонарей нигде нету? А, конечно, тут, наверное, нету электричества еще. Вообще бомбически. Ребят, спасибо, что смотрели сегодняшний наш влог. Спасибо, что поддерживаете нас и всегда с нами. Не трогай мою руку, я снимаю. Сказать что-то хочешь? Но сегодня наш влог закончен. И все... Пока. 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 Подписывайтесь. Вот. Ставьте лайки. Жмите на колокольчик. Пока-пока. И мы счастливы! Да! О боже мой!